Прежде чем начать капитальный ремонт моста, значит, мы приказом назначили ведение технического надзора на главного инженера Боярина Андрея Вячеславовича. Значит, должен был вести не только как главный инженер, но и как технический надзор, и решение принимать по вот этим вот серьезным ошибкам там и прочее. Но как только начали работать, значит, по мосту начались проблемы. При вскрытии, допустим, одного узла, второго, третьего, начались проблемы. То там, значит, балка неправильно рассчитана, то, значит, не хватает заклепок, не хватает того, не хватает другого. Дошло до того, что даже длина моста, и та где-то на 2 или около 3 метров, значит, больше, чем на самом деле фактически. Всего моста, смысле. Да? Всего моста, да, всего моста. Вот, поэтому мы начали сразу работать с проектировщиками. Тут же, как только, значит, первая ласточка прилетела, то есть ошибку одну допустили, вторую, третью, мы тут же начали писать проектировщикам письма. Значит, подъедьте, приедьте, посмотрите, уберите свои ошибки, дальше работать нельзя. Почему? Потому что это касается конструктивных элементов. Это не просто там сдвинуть или подвинуть и прочее. Балка – это основа моста, который называется конструктивный элемент. И от него зависит вся работа дальнейшая моста. Хорошо, он вот сейчас упал. А если еще бы при эксплуатации, он ведь мог и при эксплуатации упасть. Поэтому... Можно чуть перебью, вернемся еще тогда вот проектная документация, столько там ошибок было. Очень много ошибок было, очень. А вообще как процесс происходил? Она прошла госэкспертизу, да. Там, либо вы ее проверяли, либо объясню, Бояринцев Андрей проверял. Я как объясню. Вообще контроль от проектировщиков происходил в этот момент весь? Дело в том, что у нас нет ни лицензии, ни таких полномочий у заказчика, чтобы проверять проектно-сметную документацию. Она проверяется госэкспертизой, где там сидят специалисты по всем вопросам абсолютно. Кто по железобетону, кто по металлу, кто по смете. То есть каждый отдел отвечает за свою часть. И в госэкспертизе уже полностью нам дают заключение, что да, проектно-сметная документация разработана, значит, правильно, согласно СНИПов, никаких проблем, ничего. НАТИ подписывают, там человек 12 подписывают все эти специалисты и выдают заказчику для работы. Почему? Потому что без госэкспертизы, именно технической, заказчик не имеет права, и даже не только заказчик, и министерство, и администрация не имеет права финансировать какие-либо объекты, не имея вот этой госэкспертизы. Поэтому для заказчика госэкспертиза – это основа основ, где, значит, мы говорим, где-то говорят, вы там виноваты и прочее, но у нас же нет специалистов. У нас только технический надзор, который открывает рабочую документацию, которую дали, значит, проектировщики, и четко там написано, вот тебе балка, вот тебе бетон, вот тебе, значит, плиты, вот тебе блоки. Все, и мы должны уже отслеживать, вот тот же Бояринов, как технический надзор, должен был четко отслеживать по рабочим чертежам. Вот эти данные, сколько, чего и как, куда поступило, какие марки, куда. И вот тут нельзя было не менять ничего, только с согласия проектировщика. Поэтому, значит, заказчик к этому отношения к госэкспертизе не имел. Мы получили экспертизу, это законный документ, на основании которого, значит, финансируется. Мы его отдаем Министерству транспорта. Министерство транспорта тоже проверяет, смотрит, значит, и говорит, да, экспертиза есть, специалисты дали добро, начинается капитальный ремонт. И пошло выделение денежных средств. Но выделение денежных средств идет не на заказчика, а на администрацию. То есть администрация подписывает соглашение с Министерством транспорта и говорит Министерству транспорта, вот мы выделяем вам 70 миллионов, больше денег нет, смотрите, значит, вот на 2 года, 35 на, допустим, 15-й год, 35 на 16-й год, где-то так вот было. Вот. И начинаете работать, а там уже думайте сами, если какие-то проблемы будут, то можно из дорожной, значит, какой-то этой фонда дать денежные средства или что-то. Но когда мы стали вот смотреть, один узел полетел, второй узел полетел, то есть нужно было обязательно дорабатывать, рабочие чертежи нужно готовить. Мы обратились к проектировщикам, пригласили их на объект. Они приехали не только они, приехали к РУДОР, то есть это представители Министерства транспорта, где стали конкретно смотреть. Да, действительно, очень много ошибок, и даже было письмо с РУДОРа Министерству транспорта, что в самом деле там очень много ошибок, их обязательно нужно исправлять, дорабатывать проектно-сметную документацию. Но когда мы на проектировщика вышли и начали письма писать,
Они нам отвечают, в эскизном варианте дают. Вот балку вот такую поставьте, значит шпильки такие-то, значит листы такие-то. Просто в это. А рабочих чертежей нет. Какая длина, какая марка стали и прочее. Я начала, значит, писать письма. Не только проектировщикам, начала писать письма и в экспертизу, по какой причине они пропустили очень много, значит, вот таких ошибок, и потребовала пересмотреть проектно-сметную документацию, заставить проектировщиков доработать и провести повторную экспертизу. Почему? Потому что это касалось конструктивных элементов обязательно, обязательно. Поэтому это не просто, я говорю, подвинуть там окно поменять или что, это очень серьезные работы. Но проектировщики отказались, при мне уже, значит, они отказались, а 25 ноября, а мы остановили работы, октябрь-ноябрь, из-за этого, что проектировщики не стали нам ничего давать. А я под администрацией четко сказала, что, извините, может случиться ЧП, нельзя дальше продолжать работу. И надо обязательно заставить проектировщиков доработать документацию и обязательно провести повторную экспертизу. Только тогда мы сможем дальше продолжать работать. Но меня вызвали в администрацию и предложили уволиться. Даже не предложили, а уволили. Вам неизвестно, Елена Григорьевна, все-таки потом проводилось это повторное экспертизу? Не знаю, даже не знаю. Почему? Потому что вот мы с Андреем тогда... А, нет, я звонила. После моего увольнения я звонила, спрашивала, я говорю, Андрей, пришли документы с экспертизы или от проектировщиков, будут они дорабатывать или что-то? Я говорю, смотри, это очень серьезно, говорю. А он сказал, нет, администрация сказала, никакой повторной экспертизы не будет, дальше будем продолжать работать. И все, я больше никогда не звонила, не интересовалась и не приезжала, никогда.